огромное спасибо за то, что воспитывают таких детей, хороших, воспитанных, правильных, которые и обществу в будущем будут помогать. Поэтому такой небольшой презент вам. Наборы «Лего» стали только дополнением к подарку. Основной наградой для ребят за помощь в поиске потерявшегося на улицах города 4-летнего мальчика стала экскурсия по зданию УМВД и знакомство с профессией полицейского. По легенде, в дежурную часть поступает звонок от жительницы. Юным помощникам объяснили, как пользоваться связью, и они своевременно отреагировали на вызов. У нас идет звонок, мы одеваем вот эти наушники, и вот в этот вот специальный микрофон мы говорим: «Слушаем вас». А на той стороне нам говорит человек, что у него произошло. Оказалось, жительница стала очевидцем совершения кражи. Информация получена, сотрудники собираются на выезд. Но перед этим надевают специальную форму и берут наручники. Как выяснилось, ребята хорошо подкованы в вопросе экипировки. Я знаю, зачем эти наручники. Чтобы преступник не вывозил тебя из рук. Сотрудники УМВД выдвигаются на задание, чтобы поймать и задержать нарушителя. Юный отряд поспешил занять места в служебной машине, после чего их научили, как пользоваться рацией. Это связь с дежурной частью. Дежурная часть передает всякие вызовы, направления, нарушения, где преступники, какие-то преступления, либо нарушения правил дорожного движения. С задания ребята вернулись оперативно, после чего, по легенде, недобросовестный гражданин был отправлен в камеру для нарушителей порядка. Казы, комнаты административно задержанных, то есть те люди, которые совершают плохие поступки, их полиция помещает в эти помещения. День в управлении МВД по Ленинскому округу получился ярким и плодотворным. Председатель общественного совета УМВД Сергей Лысенков отмечает, по ребятам было видно, что они всерьез заинтересовались профессией полицейского и стремятся помогать людям. В малом возрасте, в 6 лет, гореть этим — это очень здорово. Ребята очень чуткие, ответственные, вот, молодцы. С ранних лет с профессией полицейского их связывают добрые дела и бескорыстная помощь. Даже во время игр во дворе они нашли время на подвиг. После экскурсии в профессию ребята точно решили, кем они будут в будущем. Хотели бы работать в полиции? Да. Почему? Ну, чтобы охранять. Ну, догонять. На примере ребят видно, что для сотрудников полиции уже растет достойная смена. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.